Hey guys, and welcome to my YouTube channel where I teach English and help my subscribers to learn English perfectly. Today our topic will be about 100 useful speaking phrases in English language. If you like this video, please subscribe to my channel and definitely share with this video with your friends. Besides this, I want to say that I will translate every my word into Russian, guys, so don't worry. And if you are ready, let's get started. Привет, ребята, и добро пожаловать на мой YouTube-канал, где я помогаю изучать английский язык. Сегодняшняя наша тема будет 100 полезных разговорных фраз на английском языке. То есть, это будет топ 100 полезных английских фраз для туристов и путешественников. С ними вы будете готовы к любой неожиданной ситуации. Теперь в формате удобном для печати. Распечатайте, выучите, путешествуйте и общайтесь. Хорошо. Сразу начнем с фраз. Сделаем эту чуточку побольше и можем начинать. Смотрите, способы приветствия. Как мы можем приветствовать? Вот, допустим, мы вышли за границу, к примеру, в Америку, в Турцию, не знаю, хоть куда. Или даже в Италию. Смотрите, способы приветствия. Первое, что к нам приходит в голову, это «здравствуйте». Как сказать «здравствуйте»? Мы можем сказать «hello». Hello, здравствуйте. Но в данный момент это не так уж и часто используется, так что лучше говорить good morning, доброе утро, или же good afternoon, доброго обеда, или, ну, как-то можем так сказать, good afternoon. Good evening, доброго вечера, ну и так далее. Вот давайте дальше. Если же вы там встретите какого-то друга, к примеру, из Америки, вот вы приехали в Италию, и вы встретили друга там из Америки, и вы говорите ему не hello, здравствуйте, а привет, hi, what's up, hi, what's up. What's up — это не совсем как дела, это как бы... What's up — это не прям что случилось, точнее, это переводится как дела, what's up. Но здесь мы разбираем слово hi. Повторяйте со мной. Hi, привет. Hi, привет. Дальше это слово, которое я вам только что сказала. Good morning. Good morning. Good morning. Доброе утро. Good morning, teacher. Доброе утро, учитель. Как обычно в школах говорят. Good morning, teacher. Доброе утро, учитель. Если же мы учимся после обеда, мы говорим good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Добрый день. Да, не доброго обеда, а точнее добрый день. Просто в голову долго не приходило. Следующее слово — это good evening. Good evening. Добрый вечер. Good evening. Добрый вечер. Ну, это как бы слова, чтобы приветствовать кого-то. Но также есть способы прощания. Часто используется goodbye, bye. Good night, see you, have a nice day. Давайте будем теперь произносить, как правильно это произносить, как правильно читается. Давайте будем это читать. Повторяйте за мной. Goodbye. Goodbye. До свидания. Если же это просто ваш друг какой-то, можете сказать bye-bye, пока-пока, или же просто bye, пока. Следующее слово — это good night. Good night. Спокойной ночи. Good night. Если дословно перевести, good night означает good — это хороший, night — это вечер. Хорошего вам вечера. Ну, а так переводится спокойной ночи. Good night. Следующее слово — это see you. До встречи. See you. До встречи. Ну, а также вы можете сказать see you soon, до скорой встречи. Обычно мы говорим до скорой встречи и в русском языке, чем говорим до встречи. Ну, без разницы. See you — это до встречи. See you soon. До скорой встречи. Soon — это скоро. А также еще одна такая полезная фраза — это have a nice day.
Хорошего дня. Have a nice day. Хорошего дня. Или же хорошего вам дня. Have a nice day. Have – это иметь, a nice day – хороший день. Как бы вы желаете своему собеседнику хорошего дня. Чтобы он имел хороший день. Или же хорошего дня. Have a nice day, Bobby. Хорошего тебе дня, Бобби. А также есть слова вежливости, к примеру. Вы можете сказать, ну, можно мне этот торт, пожалуйста? May I take this tart? Или же cake. Обычно говорим cake, please. Иногда вы можете сказать I'd like this cake. Я хочу попробовать. Или я желаю этот торт. Как бы попробовать, please. Также есть thank you. Вас чем-то угостили, вы говорите thank you. Вот первая буковка не читается как z, не h, читается не как s. Мы не говорим thank you, не надо выговаривать первую букву s. Надо говорить, немножечко, смотрите, язычок высовываем и говорим thank you или thanks. Thank you. Обычно мы говорим thank you, это когда вот благодарен именно тебе. Thank you. Thank you so much. Спасибо тебе большое. Thank you – это спасибо тебе. А если вы хотите также поблагодарить, ну, как бы вас за что-то похвалили, например, сказали, какой ты молодец, ты закончил школу на отлично. И ты говоришь не thank you, а thanks. Благодарна или же благодарен. Дальше это thank you very much. Большое спасибо. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Большое спасибо. Thank you very much. Thank you very much. Дальше это у нас фраза you are welcome. You are welcome. Это так же, как пожалуйста. Смотрите, никогда, смотрите, не путайте это. Вы, вот, к примеру, вам кто-то сделал, к примеру, добро, и вы не будете говорить please. Вот, к примеру, вам, ну, кто-то вас попросил что-то сделать, и вы это сделали. Он благодарит вас, а вы должны сказать пожалуйста или не за что. Не говорите please. Ни в коем случае не говорите please. Потому что это совсем другое. Когда вам что-то сделали хорошее, лучше сказать not at all. Или же you are welcome. Не за что, не благодари. Или же пожалуйста. Думаю, вы меня поняли. Дальше. Don't mention it. Don't mention it. Или же не стоит благодарности. Don't mention it. Не стоит благодарности. Ну и все. Так, дальше. Ну, давайте дальше. Ну вот, это слово «не за что», которое я вам только что сказала. Not at all. Not at all. Not at all. Ну, на этом все, ребята. Надеюсь, это видео было полезным для вас. Если же хотите продолжение, обязательно пишите в комментариях. Уверена, мы скоро встретимся. До новых встреч!